Мед є продуктом довголіття. Дослідженнями соціологів установлено, серед довголітніх жителів вище 100 років переважають бджолярі і члени їх родини. Продукт насичений вітамінами і вміщує понад 300 мікроелементів, які значно прискорюють обмін речовин. Цікавий той факт, що в меді є в 60 разів більше вітаміну А, ніж у телятині. Продукты, как в принципе практически все продукты пчеловодства. Единственное, обращаю внимание на то, что людям с аллергией мед в принципе противопоказан, поэтому лучше не себе не экспериментировать. Склад мікроелементів меду близький до складу людської крові. Окрім цього, цей солодкий продукт має незначний жовчогонний ефект. Поэтому людям с дискинезией желчевыводящих путей и при холециститах, которые они имеют камней, мы рекомендуем утром выпивать стакан воды с чайной ложечкой меда. Это будет способствовать и настрою организма на работу, на переваривание пищи, ну и плюс вкусовые качества. Мед засвоюється людським організмом на всі 100%, чого не можна сказати про інші продукти. Він являється не лише енергетичним вуглеводним продуктом, але й лікувально-профілактичним засобом, що зміцнює і омолоджує наш організм. Є різні рецепти з медом, але слід брати до уваги стан вашого здоров'я. Самый важный вариант приема меда – это то, что знают все, это мед и лимон. Поэтому, если у вас нет особых каких-то противопоказаний, смело можете заготавливать такие заготовочки на зиму, перетирать лимон с медом и употреблять по одной чайной ложке. Также мы рекомендуем пациентам с запорами готовить так называемую смесь от запоров. Это курага, инжир, изюм и чернослив по 100 грамм данного продукта плюс 100 грамм меда перемалывается и точно так же принимается по одной чайной ложке два рази в день. Нараховують понад 50 сортів меду. Найбільш цінними вважають світлі сорти, такі як акацієвий і липовий. Гречаний мед вважається одним із найкорисніших, так як в ньому міститься величезне джерело необхідних вітамінів. Його користь неоцінена при анемії, авітамінозах, гіпертонії. А ще він сприяє відновленню сил при крововтраті. В той же час темні сорти багаті мінеральними речовинами, що представляють цінність для нашого організму. Отже, можна сміливо стверджувати, що мед – скарбниця здоров'я та молодості. Про це свідчать навіть археологічні розкопки в Єгипті, де в гробницях фараонів знаходили мед, який був придатний до вживання, що доводить його вічність. А клали його в усопниці для того, щоб людина навіть в позаземному вимірі була молодою і здоровою, так як вірили, що душа не вмирає. Отже, радий представити людину, яка величезну частину свого життя проводить поруч із бджолами і з бджолами на ти. Це наш ранковий гість, бджоляр Максим Євлампєв. Доброго ранку вам, дякую, що ви з нами. І так, прошлый раз ми говорили вже о том, що і в гробницях знаходили мед, і що стоїть його все-таки кушать, пробувати і запасатися медом. Сьогодні ми поговоримо о подсолнечному меді. Чому і що в ньому такого особливого? Да, здравствуйте, собственно, еще раз. Сегодня мы поговорим о подсолнечном меде. Это один из лучших сортов меда, по большому счету. И, на мой взгляд, да и вообще, его очень недооценивают. Поэтому, собственно, моя сегодняшняя миссия – рассказать, насколько полезен и вкусен, и вообще именно подсолнечный мед. Дело в том, что у нас в Украине, особенно на юге, площади засадки подсолнуха очень большие. То есть здесь уже проще. Если мы в прошлый раз говорили, что разнотравье проще всего добывать, потому что, ну, где пчела села, там уже, соответственно, какой цветок выбрала, такой и будет. То здесь проще уже, можно по площадям расставить так пасеку, чтобы они брали только... Только подсолнечный мед. Да, это, в принципе, получается. Угу. Часто фермеры приглашают пчеловодов на опыление культуры подсолнуха. Угу. Ведь... Главное, пчела делает не собирая мед, а опыляя цветочки. Мед – это как дополнительный бонус, который природа ей подготовила в благодарность, скажем так. Поэтому любые культуры, которые опыляются в процессе цветения пчелами, намного больше дают плодов. То есть вот в виде подсолнечника, то если взять его... Порядка 30% увеличивается его сбор потом сбор, уже, да? Да, потом семян. Если мы говорим о подсолнечном меде, какие его показатели вкуса, цвета, консистенции, как понять, что это вот натуральный подсолнечный мед, и определить его с ряда других не по маркировке, а по внешнему виду? По внешнему виду, ну, можно вот сразу же посмотреть, что он желтый.
Временами даже вот. Янтарный. Я даже себе набрал тоже, чтобы да. посмотреть. Значит, подсолнух очень быстро кристаллизуется. Угу. Вот то есть, если мы говорили раньше, что о разнотравии, что там может несколько месяцев быть, да, кристаллизация? Да, то вот буквально 2 недели, и подсолнух уже закристаллизовывается. Угу. Можно увидеть, что кристаллы... Сейчас вот как недоваренная манка такая консистенция, да, похоже да, что-то, что-то такое с кристалликами. Очень мелкие сейчас кристаллы и однородная масса. Угу. То есть, ну, нету отдельно жидкости, отдельно кристаллов, все однородно и... красиво. Угу. Вот, подсолнух, вот, я считаю, у него всего 2 недостатка. Его очень много, и поэтому он дешевый. А как-то вот принято считать, что чем дешевле, тем хуже. Угу. Вот это вот очень глубокое заблуждение. И второе, вот он действительно быстро кристаллизуется. А люди больше любят жидкий мед, потому что его удобнее там намазать на хлеб или еще что-то. Но в плане вкусовых и в плане пользы, качеств, подсолнух занимает, можно сказать, лидирующие места. Угу. Дело в том, что процесс кристаллизации, я уже в прошлый раз говорил, зависит от состава меда и от того, с каких растений он взят. В меду в основном это глюкоза и фруктоза находятся. И вот дело в том, что в подсолнечном меду как раз больше всего глюкозы. Угу. В этом плане он лидирует среди всех остальных медов. Поэтому его энергетическая ценность очень высока. Он полезен для спортсменов, для восстановления там, после каких-то заболеваний. Также по своим качествам он очень полезен при лечении различных заболеваний желудочно-кишечного тракта, mm-hmm. даже язвы, в общем, таких вот моментов. И второе тоже популярное применение для лечения кожных заболеваний. Mm-hmm. Ран, там, ожогов. Как в таком случае его лечить медом эти раны, ожоги? Делаются компрессы специальные. Угу. Рецептов очень много, как бы все рассказать довольно проблематично. Я хочу сказать, что вас нужно нанимать нам на канал, на как пиар-менеджера, потому что вы уже так разрекламировали, что я все-таки попробую. Вы говорили о вкусовых качествах. Я все-таки попробую и скажу свое еще мнение, как мне по вкусу. Видите, как я жадно набираю. Действительно. Очень сладкий, но мне кажется, что я именно такой мед, потому что вот разнотравие, тот раз для меня было открытием. Угу. Мне кажется, что именно такой мед. Ой, всю жизнь я и кушал сладкий настолько, друзья, что просто нужно еще запивать водой. То есть я так понимаю, что фруктозы очень много. Глюкозы. И глюкозы тоже. Глюкозы много, да. Друзья, вот это сладкий ужас. Я вам хочу сказать, что если вы... Да, как мед, так и хочется сказать. Если вы очень любите что-то сладкое, пробуйте, покупайте именно этот мед. Я прям аж почувствовал этот приплыв. Так, если мы говорим все-таки о выборе этого меда, как его правильно выбрать? Потому что в прошлый раз мы говорили, что да, могут быть какие-то там выделения еще сверху. Да, чего не должно тоже быть здесь? Во время хранения то же самое, опять же, однородность. В первую очередь, однородность массы. То есть, ну, грубо говоря, как сейчас. Угу. Но это мелкая осадка, кристаллизация. Может быть более крупная. Могут быть прям крупные кристаллы, которые конкретно ощущаются. Угу. Это зависит во многом от сорта даже самого подсолнуха. Потому что много гибридных сортов и такого, и прочего. Также от условий хранения. При одной температуре хранения получаются мелкие кристаллы, при другой они растут интенсивнее. Угу. Ну вот, например, самый интенсивный рост кристаллов где-то при температуре плюс 10-15 градусов. То есть, если в тепле, скажем так, в комнате где-то хранить, то, соответственно, он там может аж задубеть, да? Он скорее всего, может стать очень твердым, что так, что так. Опять же, говорю, что от сорта подсолнуха зависит многое. Угу. И от того... Попало ли, может, какое-то разнотравье еще? Все-таки поля подсолнуха тоже сорняками засорены. Вот. Но сорняк же друг пчеловода, потому что почти все сорняки выделяют замечательный мед. Да. Поэтому все очень индивидуально. Единственное, я же говорю, в первую очередь, это консистенция однородная. Угу. То есть не должно быть, и кристаллизируется, я так понимаю, тоже по, если смотреть, например, в банке, в которой он там продается, то и снизу, и сверху должен кристаллизироваться одинаково. Одинаково. Потому что чаще всего, вот я, например, встречал, когда внизу уже засахарился, сверху есть еще вот что-то такое. Это наоборот, это он уже разложился, это он уже выделил лишнюю воду. Угу. Это могло быть по нескольким причинам. Одна из которых – перегрев, то есть вот неправильная температура хранения.
То есть, когда продают, по сути, там, на рынке, либо где-то он стоит на солнце, тогда может быть, да? Да, на солнце, вот даже если просто банку меда поставить на солнце, со временем она расслоится. Поэтому, друзья, стоит покупать этот мед тогда, когда его собирают. Когда его собирают и когда его лучше всего запасать? Запасать его можно в любое время. Но вот когда он свежий, скажем так, когда его можно свежим еще купить? Свежим, в смысле жидким, его можно купить, скажем так, где-то со второй половины июля и первая половина августа. Но опять же, у каждого пчеловода по-разному получается. В этом году я откачал раньше. В прошлом году я чуть ли не до середины сентября меня откачал. Именно этот? Именно подсолнух, да. Дело в том, что в сотах, когда он в натуральной упаковке, которую сделали пчелы из воска, он не кристаллизуется так быстро. Просто на кристаллизацию оказывают влияние процессы окисления. То есть кислород, скажем так, негативное влияние оказывает. Поэтому мед в любом случае нужно хранить в герметично закрытой таре. И опять же, по поводу того, где и как покупать. Лучше всего, если у вас есть знакомый пчеловод, который снабжает постоянно. Потому что когда у человека есть постоянные покупатели, ему нет смысла портить отношения, да, и так далее. Вот. Ну а там уже лично ваше дело. Единственное, вот хочу сказать, опасайтесь так называемых гастролеров. То есть люди, которые вот приехали, по дешевке быстренько что-то продали и уехали. Вы их не увидите больше никогда в жизни. А мед, и так, собственно, любой продукт, который вот таким образом продается, качественный он или нет, это уже совсем другой вопрос. Поэтому, друзья, покупайте качественный мед, и я рекомендую нашего гостя, можете с ним уже заводить дружеские отношения, я так точно уже завожу, потому что мед очень классный, очень вкусный. Так что рекомендую, следующую неделю мы уже поговорим о каком-то другом виде, поэтому присоединяйтесь к нам. Если пропустили первую часть нашего разговора, можете ее посмотреть на YouTube-канале телеканала Николаев, так он и называется. Вам спасибо большое за то, что сегодня к нам пришли в студию. Друзья, як я говорив в сюжеті, та й говорив під час розмови з нашим гостем, що це просто величезна кількість енергії.